25 сентября в Копейске пройдут городские соревнования по летнему картингу. Открытие запланировано на 11 часов утра. Но тренировочные заезды на площади Красных Партизан начнутся раньше. Поэтому движение на этом участке дороги для автотранспорта будет перекрыто уже с 8 утра. Соревнования у нас открытые, к нам приедут различные территории. Это и Златоуст, Снежинск, Озерск, Каменск-Уральский, Челябинск, ну, конечно, Копейск, много других городов, которые мы также будем рады видеть на своей Копейской земле. И будут соревноваться по 8 классом от 6 лет и до самых ветеранов этого спорта, потому что спорт очень востребован на сегодняшний день, и город Копейск является центром технического творчества, поэтому все съезжаются именно к нам. Участники будут соревноваться в 8 классах. Итоги выступлений каждой из групп подведут в 3 часа дня. Организатором мероприятия, как обычно, выступает отдел по делам молодежи. Еще одно спортивное состязание, на которое копейчан приглашают, состоится в воскресенье в Челябинске. Хотелось бы пригласить всех копейчан 25 сентября в 12:00 за памятником Курчатова в лесопарковой зоне пройдет традиционный уже пробег кросс-нации. Хотелось бы всех пригласить поучаствовать в этом мероприятии, побегать на свежем воздухе в лесопарковой зоне, получить удовольствие, ну и заряд бодрости и здоровья. Участие могут принимать абсолютно любой житель Челябинской области, но нужно иметь при себе медицинскую справку. Если это взрослый человек, то можно по расписке участвовать. В 12 часов за памятником Курчатову состоится торжественное открытие. В 12:15 пройдет ВИП-забег, а в 12:30 начнутся массовые состязания на дистанции 2016 метров. Помимо Челябинска, Всероссийский день бега пройдет еще в 2 городах области. Организаторы ожидают, что на старт масштабных соревнований выйдут в общей сложности около 20 тысяч южноуральцев.